Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня, естественно, центральный вопрос на повестке дня парламента – это первое чтение бюджета. Бюджет никогда не бывает идеальный. Бюджет тем более воюющей страны, где приоритет – это оборона, это снабжение армии. И, конечно, многие возникают вопросы, но, тем не менее, надо приоритетно тоже оставлять и снабжение, и поддержка малообеспеченных людей, переселенцев, на чем настаивает наша группа, и что мы внесли в виде правок в бюджет, который будет, надеюсь, принят с нашими правками и с обеспечением помощи малообеспеченным людям. Всем оставаться живыми, здоровыми, до новых встреч!